как балхаш справляется с наносами, можно проследить на примере реки Лепсы. Спускаясь с гор, река разбивается на десятки и сотни рукавов и протоков. Между ними появляются озерца, аккумулирующие потоки ила и песка. Вода очищается до хрустальной прозрачности, а дельта постепенно поднимается и меняет свое положение. Берега Лепсы состоят из рыхлых отложений, поэтому достаточно лишь небольшого размыва берега, чтобы река устремилась в сторону, проделав новое русло. Однако, благодаря тугайным растениям, русло Лепсы меняется незначительно –